Всем привет, меня зовут Лина, и это Day by Daylight. Мы продолжаем с вами играть. Обитель Матери, Красный лес. Красный лес, Красный лес, куда же ты полез? Ой, конечно. Опрометчиво мы решили. А маньяк выйдет? А, он Фэнг Мин спугнул, походу. Ну, нам с тобой повезло, можно сказать. Брат. А ты где? Ага. Или не очень повезло. Или не очень повезло. Так. Какой-то дом Бабы-Яги. Тут, если честно. Что-то происходит. Короче, мой друг, товарищ, походу... того самого, да? Так, ну это мне надо. Да, ты покричи еще громче, пожалуйста. Так. Он снова кого-то одного нашел. А я приглядела себе генератор наверху. Его надо ли чинить? Пойдем. Пока там за мальчиками он гоняется. Коллективная работа, Эвер. Ну да, он позади. Господи, бедный Джейк. Он опять его. Я сейчас опять его повесил. Ты что сделала и зачем? Мы были так близки. Иди теперь его снимай. А ты куда бежишь? Ну не беги ты наверх. Убегай в другое место, пожалуйста. Нам не надо, чтобы она сюда пришла. Мадам какая-то. Окей. Ну, пока мы, конечно, довольно Что это за костер?
Ага, нет, подожди, прятаться вообще не вариант, потому что... А. Тут герои какие-то завелись. Она какие-то свои сонары повесила туда. Здрасте. Здрасте. Надо ее увести. Нет, пофигу тебе. Серьезно? Так, пацаны спасают. А она, походу, решила сходить по мою душу, да? Или нет? Вообще выглядит, конечно, так, как будто нет. Короче, она засонарила два генератора. Это такая себе история. Что я даже не представляю. Нам надо один генератор уже взламывать. Ага. Как-то, короче, чё? Так, мальчик закончился. Мальчик закончился, а я вот не очень. Еще нам надо генератор трогать. А я как-то вообще безуспешно бегаю по карте. В опасной близости от подвала, кстати. Что грустно. Я так и не поняла, как вскрывать. Блин, она расставила свои... Понятно. Еще минус один. Чего? Как? Как? Я так и не поняла, как взламывать. Офигеть. С одного тычка. Ну, я в первый раз буду висеть в целом. Ну, вот как с этими сонарами вообще делать?
Как же Фэнк хочет жить? Я тоже хочу жить, но непонятно, что нам делать. Блин. Заливочная, походу, да? Походу, да. Нам нельзя. Идти ранеными спасать. А Рената... Рената уже висел. А, как-то надо... Как-то надо что-то как-то делать. Желательно, конечно, полезная команда. Она, блин, со своими сонарами. Скорее всего, из-за того, что я засветилась. Генератор есть наверху и здесь. Да? Что же, как же сделать-то? Ой, господи. А, поняла. Короче, там надо на стрелочке прям нажимать. Блин, они отвлекают. Как же они отвлекают? Все, что мне нужно, это починить этот генератор. Офигеть. Вот это командная работа. Блин. Мужчина пожертвовал собой. Мужчина закончился. Если бы я не тупила с этим взламыванием... Да, надо. Подальше от маньяка. Да? А где? Вниз, вниз, лево, лево, право. А.
ты ж, блин, это было так близко, так близко, и так сливая своими сраными мувами. Мне надо было поддаваться, чтобы... Чтобы что? Западное крыло полицейского участка Ракун-Сити. Я бы сказала рифму, конечно, к этому. Ракун-Сити. Что? Что произошло? Крики на всю карту. Что-то происходит. Вы где висит? Вы где? Игра только началась, а уже какой-то вообще... Происходит какое-то непотребство. Ну тогда понятно, почему подбирается, значит, и стукает. Побежал, он там охотится. Очень агрессивный колокольчик. Крайне агрессивный колокольчик.
А ты висишься на том же месте, дорогая моя, да? Тебя вообще не смущает, да, то, что ты... Ну давай еще ты попадись. Агрессивный. Это была самая быстрая игра ever, мне кажется. Ее можно сделать еще быстрее. Ни одного генератора не дал. Тупо не дал ни одного генератора. Мимента море еще до кучи. Офигеть. Я, пожалуй, так и буду сидеть тут. Все это время. Бегает, только сапоги блестят. Оформлю, что ли, чуть-чуть. Но в целом, конечно, я не одобряю.
такого агрессивного Каваколю, но он был с Мементо Мори. На что вообще можно было рассчитывать? Сидим, отдыхаем, ждем птицу. А ведь ему надо обойти всю карту. Прилетело, бля. Не. Тут мало вообще, что можно сделать, конечно. Впервые в своей жизни сбегаю через люк. Впервые! Я впервые его увидела. И это с призраком, который всех просто уничтожил. За Мементо Мори. Я думала, что в этой игре вообще не будет ничего долов. Ничего себе. Заброшенная скотобойня ферма Колдвинд. Когда я появляюсь каким-то выжившим генератором, это верный знак того, что вскоре к нам придет маньяк. Но нет, маньяк пришел не к нам. Расслабляем булки пока что. Маньяк какой-то неуверенный. То за одной дамой погнался, то за второй дамой погнался. Что это с ним интересно? Ага. Так кто такой интересный там гнался? Опять? Серьезно? Ему нравятся маленькие девочки? Она просто самая... Шерил, по-моему, это, да? Она самая младшая по лору из всех нас, получается. Или нет? Фиг их поймешь. Это рыцарь. Юи, ты сегодня героиня, я смотрю.
генераторных войн. Это неприятные. Генератор. Мужичок его уже приходовал, походу, да? Да, приходовал. А может, ты не будешь сюда бежать? Какой-то он очень странный. Его не смущает. Три женщины, да, он... Получила по хребту. Егуди, ты шо? Спасибо. Спасибо. Очень ценю. Фу, у тебя изо рта течет. Это понятно, он просто не может совладать собственным весом и гонится агрессивно очень. Давай снимай! Ты еще медленнее не можешь ходить? О, еще генератор есть. Мне, короче, надо куда-то зашкериться и засамолечиться. Тут есть еще один генератор. Где? А-а. Удачи, что могу сказать. Что у вас там происходит? Так все хорошо начиналось. Прям очень хорошо начиналось. И вот он сейчас. Бежит. Несется. Очень хочет кого-нибудь убить. Генераторов осталось две штуки. Прям две штуки осталось. Если девочки смогут, и у них все будет хорошо в этой жизни. Хорошо бы найти какой-нибудь безопасный генератор.
И таким образом его завести. Давайте я починю. Но судя по тому, как он валит и не вешает, есть небольшое подозрение. Продержись чуть-чуть. Нам нужен генератор. Сраный генератор. Ой, зря. Ой, зря. Еще один генератор нужен. Ты серьезно? Подставила. Просто тупо подставила. Минус один. Не надо вот так вот делать, как я. Здрасте. До свидания. Ну, карма была очень быстра ко мне. Прям воздаялась мне в ту же секунду. Подставила комрада, получила по горбу. И сейчас, видимо, умру, да? Он очень странно передвигается, он вообще не передвигается по прямой. Два. А что произошло? А, Мор тупо дисконнектнулся. Место упокоения Азарова, свалка, автохевен. Как много...
интересных ощущений у меня связано с этим местом. Анной тоже, в принципе, у меня очень много связано. Воспоминаний. Лимон. Я б не была столь оптимистична. Они там вдвоем ходят, пытаются, короче, у генератора что-то делать. Там опасный генератор, я не хочу его чинить. Одного дисконнектного. Остались мы втроем против Анны, да? Интересно, насколько хорошо лавирует бот? Мансует. Неужели так хорошо? Что она аж соскочила. Один хит на Леоне. Два хита на Леоне. Еще три, будет целый альбом. Ну, такой мини-альбомчик. Не игры, а какое-то сплошное развлечение сегодня. А, вы дождались, пока с этого генератора спадет. И наконец-то его починили. У вас пунктик чинить первый генератор у выхода, да? О, все, мини-альбомчик Леон может уже записывать. Вполне. Люки, не люки, боты, не боты. Что делает бот? Ah!
Ну не меня надо было, взяла бы ты другого кого-то. А бот послушно бежит прочь. Как вообще про алгоритмы работали? Втроем против. Ау. Не, она вообще нас жалеть не собирается. Более отчаяние с волки автохами. Реально какие-то очень странные хатки. Ай. Во мне только что появилась одна лишняя дырка. Я не знаю как. Ну, в общем, нам как-то надо. Пока она там за ботом гоняется. Мы стонем и лечимся. Страдаем и лечимся. Зализываем раны. Хит-боту. А мы прям целая группа роковая. У нас уже 4 хита. Не каждый может похвастаться таким ассортиментом. Бота спасать, конечно, такое себе. Ну, пофармим чуть-чуть, ладно. Жалко Леона, он старался. Ну, бот же не обидится. Ладно. Бот бежал. Бот старался. Ему, наверное, алгоритм какие-то поведенческие запихивали в код. Собирали, как играют люди. Зачем я лечу ботом? А, чтобы пофармить, точно. Минус. Осталась одна. С ботом против маньяка. Я не представляю. Как и что вообще происходит? А, ладно, проверенный способ. Прячемся в шкаф. Бабайка нас всяко найти не должна. Наверное. Тем не менее, мы все по два уже висели, а бот только один раз. Ну, я тоже один раз висела, конечно.
Посмотрим, что оно будет. Вот, чинит генератор. Это чьи же поведенческие модели в него запихали? Реально великолепные какие-то игры. То маньяк всех перевешал, то маньяк ливнул. То человек ливнул, маньяк всех перевешал. То бот просто издевается над маньяком. Вы просто смотрите, как она мансует. Я осталась одна с ботом против маньяка. Мне интересно, Лаки или не Лаки? Я последняя выжившая. Здрасте! А чё ты? Не один раз, и тут дважды через крюки, причем во второй раз меня маньяк пришел, на ручки взял, в люк сбросил. Вот тебе и остаться в живых. Всем спасибо за просмотр, я вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд, все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя и пока.